проволоки натыкаете. А далеко можешь? А снять, я не знаю, если приблизить можно. Не, да не надо. Как блоха прыгает. Да мне кажется, из-за того, что разные амортизаторы, у нее это есть. Ловил. Да. Жизнь посередине перевернулась. Она даже иногда в полете летит. Ей, конечно, надо мягкие амортизаторы делать. Красиво. Прикольно ездит. Ну, вообще да. В воде утонет сразу. Тут реально видно, как эти амортизаторы работают, подвеска. Аккуратно. Бьёшь, ишь.